Привет, друзья! Это телеканал ID Fashion, и мы продолжаем наши дневники с Ukrainian Fashion Week. Сегодня второй день украинской недели моды, и дизайнеры уже в нетерпении. Все готовятся в напряжении, чтобы показать в лучшем свете их коллекции именно вам. Ну, а пока мы собираемся на наше фэшн-шоу, и для этого нам нужно сначала что? Правильно поправить макияж, чтобы быть самыми красивыми звездами сегодняшнего мероприятия. Дафна, я вас поздравляю с презентацией вашей коллекции. Очень символично, что это летняя коллекция, но сегодня первый день осени, вы нам подарили еще немножко лета в этом году. Расскажите о вашей героине, кто она, девушка вашей новой коллекции? Героиня – это я и мои 7 других чувств, что я чувствовала последние полгода. Я хотела, чтобы обратилась в коллекцию, как я чувствовала, как я себя вижу сегодня, и мне это было главное. Ну, расскажите немножко подробнее о материалах, о тканях, что вы использовали в ней. Ткани очень легкие, очень много перьев, розовый цвет, он очень сейчас в тренде, женский принт, цветочки, деним первый раз и легкие ткани. Девчонки, расскажите, у вас очень необычные образы, очень стильные. Расскажите, а что это на вас? Да, у нас настроение диско, на мне вот такие классные штаны и сверху платье. Класс, еще очень красивые аксессуары. Да, полный лук у нас диско. Да, маском-диско. Класс, расскажи про свой тоже. У меня тоже брюки, и к ним еще идет пиджак, но это дальше. Топ. Это и прекрасная сумочка. Стильная. Мы продолжаем знакомиться с гостями Ukrainian Fashion Week сезона весна-лето 2020. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы только что, я видела, были на показе Ворожбит-Земского. Поделитесь своими впечатлениями. Очень понравилась коллекция. Яркая, динамичная, интенсивная. Смотрели на одном дыхании. А чем вам нравится вот именно их бренд? Качеством, моделями. У них всегда какие-то интересные силуэтные линии. У них много цветовой гаммы, все такое интенсивное. Очень нравится. Дуже сподобалось. Я вже другий сезон на Ворожбиті-Земськовій. Цього разу здивували, тому що такі яскраві мотиви я не очікувала. Дуже багато кольорів, класні сумки-шопери. Мені сподобались, ну і, звісно, брючні костюми з накладними кишенями. Це було дуже-дуже вау. Ну, тому так, молодці. Ну как, вы побывали где-то в пустыне среди бедуинов? Есть такое впечатление? Так, власне, и сама и декорация, и концепция самого показу, ну, мне сподобалось. И повязки на голову, и массивные сережки. Ukrainian Fashion Week – это мультимедийная довольно платформа, которая собрала себе не только 65 коллекций дизайнеров, а также интересные шоу, презентации, но и еще такие крутые проекты. Рядом со мной сейчас исполнительный директор бренда Kiosmi, Денис, здравствуйте. Расскажите, что у вас сегодня здесь за проект, что за инсталляция? Сегодня мы представляем в рамках Украинской недели моды, мы представляем коллекцию, разработанную совместно с компанией Mary Kay. Посвящена она женщинам, которые столкнулись с раком молочной железы. Коллекция вся в розовых оттенках, так как слоган данной компании «Рожевое изменение життя». 10% с продажи данной коллекции будет отчисляться в фонд на реабилитацию девушкам. Офигенная инсталляция сегодня. Столько крутых стендов, столько крутых людей, которые классно одеты. Короче, мы получаем эстетическое удовольствие. Да, как любые девочки, мы хотим знать, что модно, что красиво, и, конечно же, это поскорее надеть на себя. Девчонки, привет! Я рада вас сегодня видеть на Ukrainian Fashion Week в качестве гостей. Вот, но, тем не менее, вы пришли поддержать своего товарища Кирилла, правда, верно? Да. Вот, расскажите о впечатлениях и эмоциях, вот что ожидаете увидеть сегодня? Ну,
Я знаю, что ожидать от Кирилла, потому что мы с ним очень много времени провели вместе. Мы с ним, Лиза, я и Кирюша, и еще другие ребята, на проекте «Бодиум» вместе снимались, и мы знаем его стиль, его работу. Я одно знаю, что это будет очень круто, очень красиво и очень сильно и стильно. Вот. Окей, Лиза, что вы Я пока в большом предвкушении, я не могу представить, что там будет. Я так кусочек видела у него в сторис, и мне ужасно нравится название «Рита». Я тебя поздравляю, мы были, мы очень ждали этого шоу, увидеть тебя в основной программе Ukrainian Fashion Week, мне кажется, ну, я даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь. Расскажи нашим зрителям, о чем была твоя коллекция, какой лейтмотив? Моя коллекция, в принципе, посвящена сильным женщинам, женщинам, которые умеют бороться, женщинам, которые борются с болезнями, которые самостоятельно воспитывают детей, которые борются за свое место в карьере. И всем этим женщинам, стержневым, характерным, бойким, я посвящаю эту коллекцию, потому что меня воспитывали такие женщины. И для меня важно таким способом отблагодарить. Круто, круто. Ну, я тебе так скажу. Я была на Amazon Fashion Week Tokyo, и вот твоя бы коллекция туда очень сильно вписалась. Класс! Она была просто вообще бомба. Поэтому Ukrainian Fashion Week, между прочим, за ним, у них есть программа, они возят дизайнеров на, ну, Международной неделе моды, поэтому задумайся. Спасибо. Вот так закончился второй день Ukrainian Fashion Week. Однако у нас впереди еще много чего интересного. Не переключайтесь, оставайтесь в Side Fashion.